Отливные брикеты – это отличная альтернатива обычным дровам или углю. Еще их называют евродрова. Они подходят для каминов, печей и котлов. Чаще всего брикеты делают из древесных опилок, шелухи или лузги. Наш заказчик производит гречку, и в процессе у него остается шелуха. Он решил переработать ее в топливные брикеты, которые потом можно продавать, или отапливать ими собственные производственные помещения. Для брикетирования приобрел установку UBO Adjasco. Эта установка предназначена для переработки лузги и шелухи, остающихся после обработки гречихи, подсолнечника и других культур, а также опилок. Брикетирование происходит без клея или каких-либо других связующих веществ. Прочности форму брикетам придает высокое давление и температура, потому сжигание таких евродров не токсично, выгодно, экологично и практично.